Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Сегодня на нашем стадионе в очередном туре первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы сезона 2021 играют команды футбольный клуб «Аполья» и футбольный клуб «Авангард», поселок Вербовский, округ Муром. На первом месте команда «Добрыня», город Владимир, 17 игр, 33 очка. На втором месте наши сегодняшние гости. «Авангард», Вербовский, 16 игр, 32 очка. На третьем месте «Аполья», Велиспольский, 16 игр, 31 очко. Движение поступит тоже чуть позже. Забыл. Давали, да? Правду в глаза сказали. Наша. Ты с генеральским постоянно там полковник. Действительно. Ребята, ладно, это Серега. Очень глубоко играет. Сзади. Я понимаю, он мне или в спину на руку сажает, или это что-то такое. Ты мне насколько хороший. Ты в спину ставишь, я не могу подвести. Сразу.
Не достань! О! Спокойно! Будь здорово. Гол. Ворота футбольного клуба «Поле» забил Денис Карпов, номер 19. Идет, идет! Стоп, не трогай, Саша! Давай! Давай! В него играет, он даже мяч не смог сделать. Давай, давай, братик. Судья, ты смотри, что он горит и делает. Пошли на Дорофеев Сергей, номер 14. Мимо. Трое! Ваши больше! Играй! Вася!
хотя бы его обрящим. Бивай их нахуй! Бивай! Ну, бери! Вась, не выключайся, Вась! Ребята! Грай, грай, грай! Они не
ворота команды футбольного клуба «Авангард» забил Вячеслав Рожков, номер 13, команда «Аполье». Он живет в Владимире. Играй, Вань, нормально. Он в Владимирске. Он в Владимире. Играй, Вань. Давай, вот Миша. Пускай, беги, забивай! Красная, блядь! Это красная, чистая! Чистая, красная! Бля, выбегай, что не дал? Он не дал. Вообще сильный. Ну чё, блядь, всё нахуй, больше бить не будешь, блядь. Хорош! А чё?